Оппозиционный блок не будет голосовать за медицинскую и пенсионную реформы, которые приняты Верховной Радой в первом чтении и готовятся к принятию в целом. Об этом заявил народный депутат от оппозиционного блока Сергей Левочкин. По его словам, пенсионная реформа не увеличивает размер пенсии, а медицинская закрывает для большинства украинцев доступ к услугам врачей. Пенсионную реформу мы поддерживать не будем, поскольку она в нынешнем виде, опять-таки, ведет к увеличению пенсионного возраста, и она ведет к уменьшению пенсии для огромного количества пенсионеров в будущем. Мы считаем, что сначала нужно сделать все необходимое для того, чтобы люди могли платить нынешние тарифы, либо отменить эти тарифы. Медицинская реформа уменьшает доступ людей к медицинским услугам. Сейчас закрываются больницы в небольших поселках и городах, а это для людей это, ну, источник надежды. Когда ты себя плохо чувствуешь, то должен обратиться к врачу. Когда врач находится в нескольких десятках километрах, и ты просто не можешь туда добраться, то это приводит людей к отчаянию. Мы считаем, что любая реформа, которая принимается, в том числе и медицинская, они должны приближать людей к возможности получить медицинскую помощь и повышать стандарт медицинской помощи. Стандарт не повышается в результате нынешней реформы.